Всем привет, без 10:08, выехал покопать, сегодня я сам, похожу возле реки, здесь поворот такой, холмик, может чего-то будет, а на том берегу, покажу, должен быть где-то колодец, но может его уже и нет, потому что он еще есть на старых картах, может есть там ямка, там шла дорога, возле дороги был колодец, вот и проверим, может будут какие-то потеряшки. Потому что возле колодца раньше кипела жизнь, если он стоял просто возле дороги. Итак, не переключайтесь, приступим. Вот такой у нас здесь холм. Вот там, где камыш, это река идет. Колодец у нас, по идее, там. Я так понял, там был домик СССР. На царских картах его явно нет. Но колодец был где-то там. А может, возле него построили уже. Дом проверим. Ну вот здесь мы и походим. Что с этого выйдет, обязательно покажу. О, как, смотрите, люди вырубили себе кусты и сделали вот такое вот мини-озеро посреди речки. Теперь они могут ловить тут рыбу. Вот так вот берег. Живут они там. Красиво. И здесь речка обмелела. Я так думаю, где-то кто-то перекрыл какую-то дамбу. Потому что в районе все реки упали. Вот здесь тропинка. Дедуля корову поет. Вот был у меня тут сигнальчик. Он выпал, но не искал. Сейчас поищем. Ага. А вот он. Ха-ха. Значок. Зацепчик. Не, зацепчик история. Сейчас посмотрим. Это значок всегда готов. Я вот такой уже один находил в первом видео, и качество плохое, но тот был поубитий. Здесь даже эмаль видно. Надо себе пришить. Всегда готов копать утром, днем и ночью, зимой и летом. Находочка. Продолжим. Вот там мы поищем колодец. А у меня сигнальчик. Где-то он был в каком-то из этих комочков. Вот, смотрите. Еще не смотрел. Вот здесь. А, вот видите? Оп. Сигнал, ты кто? Какая-то пряжечка. Я не знаю, чего это. Цена 2 рубля. Да вот это 2 рубля. Это, наверное, ключ какой-то был. Сломан. Совдеп. Вот. Смотрите, какое здесь озеро. Местный рыбак говорит, ага, говорит, это его озеро. Круто. Свое озеро. Может, назад будем идти, спросим, чего поймал. Продолжим. Наконец-то монетка. Это все пробки, проволока. Он где-то здесь. Я видел. Ага. Вот. Смотрите. Било как советик или 10 рублей. Это у нас
Не 10 рублей. Иди к нам. Дождалась. Это у нас пятачок. 5 копеек 30-го года. Состояние такое. А может и почиститься. Здесь химии точно не было. Забираем. Вот тут у нас был только что пятачок. Сделал два круга. И вот у нас монетка. Вот, смотрите, какая малюхенькая, манюпусенькая монетка. Сейчас проверим. Оп. Копеечка, похоже. Сейчас почищу. 1 копеечка 1935. Посмотрел так, через камеру не вижу. Ну, с этой стороны вот такая вот. Находка. Продолжим. Сейчас пойдем туда. Вот туда. Искать колодец или место, где он был. Я смотрел, там, похоже, чего-то есть на мостик. Может, мне показалось, может, там тропинка, дамба. Вот сигнальчик был. Вот такая вот штучка. Я ее нашел, но еще не смотрел, не чистил. Какая-то непонятка. Во как. Это какая-то брошка или заколка с камнями Сваровски. По 5 карат каждый. Но чтобы почистить, надо щеточку. Стучал, стучал. Но как-то вот так вот. Я думаю, это совдеп. Носила какая-то модница. Бижутерия. Но все же забираем. Да, смотрите, здесь есть мостик. Наверное, старый. Интересно, он меня выдержит. Сейчас проверим. Скажу я вам, стрёмно это дело. Под ногами все шевелится. Здесь это не глубоко. Вот кто-то уже. В принципе, не глубоко, но прибору и камере будет балалайка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, как идешь, такие странные ощущения в животе. Так щекотно и стрёмно. Не, намочиться не боюсь. Боюсь за прибор и камеру. Так, еще чуток. Ой. Ой-ой-ой. Опасный участок. Фу. Еще чуток. И мы у цели. Чтобы не вышло, как всегда в фильмах, знаете. Вроде уже все хорошо. А то тебе бац! Во как. Во как. Прошел. И вот я уже на пути к светлому будущему. Фу. Все, прошел. Все. Я на этой стороне, смотрите, вон авто, тут у нас мостик, выбрался я на горку. Вот так.
Здесь открывается такой вид. Ляпота. А вот и наш колодец. Нашел почти сразу в таких вот кустах. Ну, видно его издали. Сейчас мы посмотрим. С виду он не очень старый. Вот такие вот болты. Ух ты! Смотрите, как он выложен. Это, наверное, круги уже вот эти вот добавили при Союзе. А кладка как будто старая. При Союзе я не знаю, чтобы колодец кирпича делали. Вот сюда бы с поисковым магнитом, но у меня его нет. И знакомых с магнитом тоже нет. Там чего-то лежит. Не знаю чего. Или кто. Вот такой вот, друзья, колодец. Вот так вот. Он даже есть на картах. Круто. Болты вот такие вот. Чего-то к нему крепилось. И тут вот, а на той стороне, наверное, уже вырвал. Мохом порос. Классный колодец. Так, походим вокруг. Вот у нас колодец. А вот у нас первый сигнальчик. Вот я его где-то уже видел. Что ты? Кто ты? Обзовись. Живот урчит, кушать хочет. Я через камеру не вижу. Сейчас чуток почищу и посмотрим. Это у нас копеечка, 1854 год. Николай I. Во как. Вот смотрите, не прошло 10 минут. Вот первая ямка. Вот у нас колодец. Там справа было пару пробок. И вот опять монетка. Вот она скатилась туда. Видите? Вот. Вот тебе и колодец. Солнышко выходит красиво. Так, сейчас почищу и узнаем, кто это. Вот так нежданчик, смотрите, какая красавица. Полушка 1748 года. Вот тебе и на. Или просто потеряшка, или колодец тех времен. Не знаю. Но я думаю, что колодец старый. Может, переделывали, но он тут был давно. Очень приятная находочка. Люблю монетки 700-х годов. Еще и такой неплохой сокранчик. Почистится и займет достойное место в альбомчике. Думаю еще походить вот по склону. Край вот поля. Там склон такой крутой к реке. Если здесь монетки есть, и там должны быть. Так, и так вот у нас опять сигнальчик. Это... Друзья, 100% монетос. Какой еще неизвестно. Сейчас посмотрим вместе. Я так понял, земля тут неплохая. Состояние должно быть. Это у нас, походу, Николай. 2 копеечки Николая. 1908 год. Состояние даже очень неплохое. Видно, он СПБ. Я думаю, если почистить, должна быть
Неплохая монетка. Вот так вот. Перехвалил я, наверное, место. Уже хожу около часа, один мусор. Ну, мусор это вот с этого вот домика. Туда залазил. Это поздний СССР. Вот смотрите, здесь вишни. И вот с этого. Это, наверное, еще ранее СССР, потому что крыша с камыша на том уже твердое покрытие. Здесь вот так. Но не буду я туда лезть, нет желания. Да нет там ничего, может попозже. Уже чуток подзадолбался. Но еще походим. Ну, наконец-то, еще 15 минут поисков. И вот с такой ямки неглубоко вот у нас монеточка. Дождалась она нас, сколько лежала и ждала именно нас. Все, иди к папочке. Смотрите, какая приятная монетка. 1/2 копейки серебром. 1840 год. Николай. Состояние для такой монетки даже очень неплохое. Сильно не тер, потому что песчинки царапают монетку. А так сохранчик хороший. Прошел я по склону реки. Вон оттуда видны только верхушки деревьев. Там колодец и мостик. Пришел сюда. Дальше тут идти некуда. Смотрите, какие здесь деревья. Это ивы. Сколько же им лет. Вот, смотрите, для масштаба лопата-фискарь. Все знают, какая она. И вот такое вот дерево. Я не знаю, сколько тут надо человек, чтобы его можно было обхватить. Человека 4-5. Вот у нас дерево. Вот у нас первый интересный сигнал. А то все пробки, проволока. Вот он, смотрите. Сигнал, ты кто? Обзовись. А, я понял, друзья. Это с ремешка мы с вами находили. В прошлых видео такую целую. Но это сломано. Жаль. Бряшка. А так была бы в коллекции. У меня таких уже несколько штук целых. Ну и это будет туда же. Никак не дойду к машине. Вот, зашел на пахоту. Встречаются правильные обломки. Но не пробка. А, вот он. Не, секунду. Ага, вот он. Толком еще и не нашел. Но не пробка точно. Это у нас наперсток. А что он? Белый. А может он сейчас... Да, это наперсток, но он, друзья, из серебра. Находил похожий когда-то. Но тут был вообще в хлам. А вот этот более-менее. Попробую выгнуть. А если не выйдет, тогда будет влом драгоценных металлов. Ветер поднялся сильный. Может, не будет звуку мешать. Итак, ребята, вот с этой ямки вывалился еще один. Вот он. Наперсток. Тоже в хлам. Согнутый. Но это уже бронзовый. Я не пойму. Это все это или ранний совдеп, или поздние цари. Скорее в совдеп. А осколки-то черные. Разламывал среди не черные. Может, дом на доме. Но ни одной
находочки, которая говорила бы о старине. Был верховой сигнальщик, разгреб все. Вот монетка. Не смотрел, так и нашел. Я, наверное, понял причину, почему я ничего не нахожу. Очень много мусора и катушка слепая. Бил стабильно 42. Копеечка, наверное. Да, это копеечка Николая II, 1909. Ну, вот такая вот находочка. Состояние не очень, но все же. Так что мы еще здесь поищем. И опять у нас находочка. И вот она лежит. Видите? Это у нас, по всей видимости, обручалочка. Вот такое вот колечко. Люблю колечки. Забираем. Итак, наконец-то я дошел до машины. Буду ехать домой. Покопал, думаю, хорошо. Колодец проверил. Был приятно удивлен. Теперь на старых картах буду еще проверять и колодцы. Нашел, я так понял, еще один старый домик. Но или надо выше проверить, или ниже, или просто круг расширить. Не знаю. Посмотрим позже. Находился, надышался. Солнце прям в глаза. Кто досмотрел видео до конца, огромное вам спасибо. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Ссылочка будет под видео. До новых встреч. Удачи. По находочкам вот так вот. Пятачок 30-го года, копеечка 35-го года, ранние советы, с ремешка, бряшка сломанная, полушка порадовала, копеечка Николая I, 1 копейка Николая II, 2 копейки Николая II, 1/2 копеечки серебром. Какая-то штучка, 2 наперточка, оба сплюснутые, но один серебро порадовало. Серебро всегда в радость. Вот ходячка, не снимал, как считаю, ничего интересного. Значок всегда готов, колечко, самаряка, какая-то брошечка. Ну вот и все на сегодня. Вот такие у нас, ребята, места. Это где-то был у нас 3-часовой коп. Спасибо за просмотр.